Ты просто посмотри, как она круто в платьишке выглядит. А, стоп, это же мальчик. Всем привет, с вами Кубик, и добро пожаловать на новый видосик. Давай мы посмотрим, как Би, новое из обновления, бьет нашего Сквика, который все даже в игре не вышел. Да, надеюсь, ему было не слишком больно. Так, что будет, если мы объединим двух бравлеров? И сейчас мы посмотрим, каких именно. Например, Эдгара плюс Би. А, нет, это еще не то. Это просто Би еще и Эдгара ударил. Ты офигела, что ли? Она что, в этом видосе будет всех бить? Би, супер Нека, которая, ты там офигела, что ли? Вот ты жесткая какая. Все, наконец-то у нас начинается объединение наших бравлеров. Сквик плюс король Лу. Король Лу. И у нас получится... да. Кинг Сквик. Король Сквок даже получится, да? Выглядит он на самом деле очень так своеобразно. Так-то скинчанский получился прикольный. Блин, вот если бы такой бравлер появился в игре, как ты думаешь, хотел бы ты его получить или нет? Потому что мне кажется, что многие бы все-таки хотели им овладеть. На самом деле, на своем аккаунте хотели бы иметь именно этого бравлера. Окей, погнали дальше. Что если мы объединим Гейла плюс Леона и получим Галеона? Неожиданно, однако. Давай теперь посмотрим, как наш Галеон будет выглядеть в Бравл Старсе. Итак, он будет выглядеть вот так вот. Серьезно, просто Гейл, который надел на себя кофточку Леона? Получилось, конечно, необычно, но зато теперь мы знаем, как на самом деле выглядит Леон. Тайна раскрыта! Ладно, скин выглядит тоже очень прикольно, и я на самом деле поставлю ему лайк. Давай мы знаем, как будем делать? Давай мы будем вот эти вот скинчанские оценивать по 10-бальной шкале. Ты, кстати, тоже можешь это делать в комментариях. На каждый скин можешь просто писать, насколько ты его оцениваешь. И обязательно еще потом не забудь написать, какой бравлер тебе понравился больше всего. А этот скинчанский я, пожалуй, ценю. Давай на 6 из 10. 6 из 10, я думаю, то, что будет достаточно. Так, Белла плюс Сэнди. Белль плюс Сэнди, ты, наверное, имел в виду. Ёк-макарёк, еще и... Я в шоке вообще. Так, что будет, если мы объединим этих двух бравлеров? У нас появится новый бравлер, ё-моё. Белди. Белди будет наш новый бравлер называться. И как мы его оценим? Блин, так-то прикольно. Вот Сэнди в очках выглядит очень круто, смотри. Так, давай я, пожалуй, этому скинчанскому поставлю 8 из 10. Потому что скин такой прикольный. Но, блин, как-то бы его поярче сделать. У него волосы какие-то темные, штаны какие-то темные. Вот если бы цвет немного изменить, было бы, мне кажется, намного круче. Но восьмерочку из 10 я, конечно же, ему поставил. Так, Сэнди плюс Белль. Сэнди, который вот этот... как она? Фонарь Сэнди. Я не знаю, как она правильно на русском будет называться. Она же вроде в игре еще не появилась, да? Так, окей. Или уже появилась. Чё-то я не знаю. Ладно, у нас появится... Воу! Прикольный бравлер, и получится снова Белди. В смысле? Такое название, кажется, у нас только что уже было. Совпадение не думаю. Ну ладно, вот этот скин мне уже нравится побольше, ему я поставлю полноценную девяточку. 9 из 10 он, конечно же, заслуживает. Леон from Gold, Амбер де ла Вега. Так, золотой Леон, я так понимаю, да? Леон. Какой сейчас Леон-то будет, да? Золотой. А, вообще такой золотой Леончик, который за монетки, что ли? И новый скин на Амбер. Воу. Какая-то жесткая смесь получается. И наш бравлер будет называться Лерам. Лерам. Название, мне кажется, можно было выбрать немножечко поудачнее. Например, Амбион. Да и ладно, тоже какое-то тупое название. Пусть будет Лерам. Окей, Лерам — нормальное название. И этому скинчанскому я поставлю, пожалуй, сколько, не знаю. Девяточку поставлю, скин тоже прикольно получился. Так, Амбер де ла Вега плюс Эджгар. Окей, давай мы сравним этих двух бравлеров и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, Амбер де ла Вега, новый скин на Амбер плюс Эдгар. Серьезно? Просто Амбер, на которую вы натянули шарф? А, нет, у нее тело еще от Эдгара. Ага. Ну, тогда да, прикольно. То есть у него получается что? Сразу же... А как он будет сражаться? И огнем, и шарфами, что ли? То есть он и ближний, и дальний одновременно? Это, конечно, имбово получается, и бравлер будет называться Эдбер. Прикольно. Но этому скину я поставлю 7 из 10, потому что что-то мне он как-то немного не очень понравился. Пайпер и Сэнди. Пайпер вместе с Сэнди, если смешать, у нас получится какая-нибудь Пэнди или Сайпер. Не знаю, я не придумал. Сейчас посмотрим, как... Нифига себе! Ты когда-нибудь видел Сэнди? В платьишке. Ты просто посмотри, как она круто в платьишке выглядит.
А, стоп, это же мальчик. Санфер будет называться скин. Я забыл опять то, что это мальчик. У него сопля еще торчит. Ну, сразу видно, пацан. Так, Пайпер плюс Динамайк. И имя будет называться, блин, я не успел прочитать. Ладно, Пайпер обычно, плюс Динамайк обычный. И у нас, если их скрестить, получится новый бравлер. Дан Пайпер. Дин Пайпер. Да, Динамайк в платьишке. Прикольно. Почти что как Сэнди в платьишке. Только я-то забыл то, что Сэнди это мальчик на самом деле. Ладно, этому скину я... Кстати, я Сэнди еще не оценил. Этому скину я поставлю пятерочку, потому что что-то... Ну, мне не очень нравится на самом деле. Динамайк, дед и в платье, что за фигня вообще? Так. Кольт. Кстати, Кольт причем со скинчанским, плюс Эмс со скинчанским. Мне интересно, что из этого у нас получится. Новый бравлер. Ё-моё. Ты посмотри, как он круто выглядит. Он, конечно, темный, но он все равно очень крутой. И как он будет называться, интересно? Outlaw Fanem. Чего? Ну ладно, пусть будет так. Но он скинчанский прикольный, ему я поставлю 9 из 10. Он выглядит прям очень круто. Причем это Эмс с лицом от кольта, если ты не понял. Белль плюс Байрон. И давай посмотрим, что будет, если этих двух бравлеров смешать. Причем, кстати, бравлеры и так между собой очень похожи. И если их смешать, то получится, ну, какая-то дичь на самом деле. Беллерон будет называться наш новый бравлер, если такой появится. Ему я поставлю 8. 8 из 10, хорошо? Так, Дэрил плюс Нани. А что сразу же так много идей? Какую из этих именно возьмут? Возьмут именно Пока плюс Генерал Гафс. Окей, Генерал Рафс. Что же выйдет, если мы смешаем этих двух бравлеров? У нас получится собачка с гитаркой. Руфко он будет называться. И этот скин я, пожалуй, ценю на 9. Выглядит он так-то прикольно. Так, Тик плюс Лу. Давай посмотрим, что из этих двух бравлеров у нас выйдет в Бравл Старсе. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, Тик у нас есть. Лу у нас есть. Мне кажется, что это будет просто Тик с головой от Лу. У меня есть такие предположения. И, ну, он еще и выглядит, в принципе, как Лу. А, наоборот, получается Лу с головой Тика, да? А чем он будет выстреливать, мне вот очень интересно. Все-таки больше мороженкой, да, я так понимаю? Или мороженкой, которая еще будет взрываться. Было бы вообще прям круто. И наш новый бравлер будет называться Лотик. Как это мило звучит. Ладно, выглядит прикольно. И звучит тоже прикольно. И я этому бравлеру поставлю 9. Пока что на 10 из 10 ни один бравлер у нас все-таки не дотягивает. Так, Эдгар плюс Леон. Давай посмотрим, что у нас выйдет из этого. Ты, кстати, видишь, что у нас на фоне? У нас на фоне тоже всякие анимации есть. Там Эмс стоит, там стоит Сэнди, там стоит Пока. Ё-моё. Легар. Легар он будет называться, да? Типа легендарка Эдгар. Получается, что так, в принципе. Но этот скин мне нравится не очень как-то на самом деле. Ему я поставлю 6, пожалуй. Так, Рафс плюс Нита. Еще и со смайликами даже написали, чтобы полноценно было понятно. Окей. Генерал Гафс с одной стороны, Нита с другой стороны. И если мы их объединим, у нас получится новый бравлер. Ё-моё, какая-то дерзкая Нита получается. Смесь собаки и медведя. Ёк-макарёк, прикольно, конечно, это выглядит. И Рута он будет называться. Рута, да? Так, а сколько этому скину поставить, я не знаю. Давай, пожалуй, оценим его в 8. Эдгар плюс Сэнди. Мне кажется, что сейчас также сделают Сэнди просто, которая будет в шарфике от Эдгара. И там немножечко, ну, не знаю, там ноги от Эдгара тоже будут или что-нибудь такое. Давай посмотрим мои предположения. Вы просто сделали Эдгара сонным и шарф покрасили. Прикольно, однако. Этому скинчанскому я поставлю 5 из 10, потому что здесь изменения что-то прям какие-то вообще очень простые. И бравлер вроде должен был называться Сенгар, да? Я так понял. Окей. Лу плюс кто? Кто плюс Лу? Я что-то не успел прочитать. Ёк-макарёк. А, плюс Пенни. И получится у нас Ленни. Или Луни. Или что-нибудь такое. Луни у нас получится. Да, я, конечно же, угадал. И скин выглядит прям как-то очень тупо вообще. Чё это такое? Да, я даже не знаю, насколько его оценить. Давайте вы его, пожалуйста, оцените в комментариях, потому что у меня что-то даже рука не поднимается, чтобы этот скин как-то оценить. Выглядит он прям очень крипово на самом деле. Байрон плюс Пэм. Так, что будет, если объединить этих двух бравлеров? Мне кажется, получится какой-то толстенький толстенький Байрон. Толстенький Байрон получился. У него даже лицо широкое стало, ты посмотри.
Байером он будет называться и выглядит прикольно. Этот скин так-то такой веселенький, ему я поставлю, пожалуй, восьмерочку. Суперстар Стю плюс Чар Шелли. Звездная Шелли? В смысле, это что за скин такой? А, такой скин? Интересно, однако, получается. Фейк! Это не Суперстар Стю! Вы ч, обманщики, это обычный Стю! Ах, нас надурить хотели, не-не. А чё у меня с телом? Она какая-то очень широкая стала. И будет бравлер называться Лэндон. Окей, Лэндон, да, получается? Ну, его я, пожалуй, оценю на семерочку, потому что что-то выглядит как-то очень странно, на самом деле. У него руки какие-то вообще маленькие, непонятные, и что-то фиг пойми вообще, на самом деле. Байрон плюс Динамайк будет называться Даймайрон, или другое название, не успел прочитать. Так, у нас снова бравлеры, получается, без кинчанских, и давай посмотрим, как же они у нас будут выглядеть. Ё-моё, вот это прикольно так-то выглядит. Даймайрон он будет называться, новый бравлер. Ну, выглядит он так-то тоже очень круто, на самом деле. И он такой, просто Динамайк, который вырос. Самый высокий Динамайк в Бравл Старсе получается у нас. Так, давай я, пожалуй, этот скин оценю на... Ну, давай на семерочку, 7 из 10. Почему? Вот нет такого скина, который мне прям понравился бы на 10 из 10. Почему нет? Я не понимаю. Эль Прима плюс... Леончик, да. Эль Прима плюс Леончик у нас получается. Эль Леон. Да, воу. Нифига себе, Эльброн. Эльброн он будет называться. Эй, я так понял то, что должен быть Эльбраун, а не Эльприма, потому что вы взяли там на картинке обычный Эльприма был. Что за подстава? Алло, я не понял. Ну ладно. Блин, так-то прикольно выглядит то, что Леончик такой получается в синей форме и еще и с башкой от медведя. Да, прикольно. Ну давай этому скинчанскому я тоже, пожалуй, поставлю 9 из 10. Мне он нравится. Он выглядит круто. Так, Нани плюс Суперфан Эмс. Окей, давай посмотрим, что это будет. Вот здесь-то... А почему она опять-то без скинчанского? Эй, алло! Непонятно, может у них просто здесь анимации со скинами нет, или что, я не понимаю. Ёлки-палки. Башка Нани вместо головы настоящий Эмс? Ну, непонятно что-то на самом деле. И автор видосика просто напоминает то, что нужно еще взять и на канал, конечно же, подписаться. А ты в комментариях еще не забудь написать, какой скин тебе понравился больше всего. И не забудь как бы еще там лайкос поставить. Лайк тоже лишним не будет, сам понимаешь. Вот. А я пойду еще какие-нибудь видосики интересные посмотрю.